Алоха, криптовалютчики, это ICO с MCPO. Сегодня краткий обзор для моей публики, обзор проекта Ючит. Это очень перспективный стартап с сильной командой, но давайте обо всем по порядку. Видите, находимся на их сайте ючит.инфо или Ючит, как вам угодно, на ваше усмотрение. По-русски это читается как Ючит. The hub of communication and collaboration based on blockchain technology. Ну, собственно говоря, платформа, децентрализованная глобальная платформа, сеть целая, можно сказать, экосистема, которая призвана объединить и дать возможность совместно сотрудничать людям, бизнесам на блокчейн-базе, на базе блокчейн-технологий. ICO в самом разгаре, 16 миллионов с лишним они уже собрали. Платформа призвана объединить всех. Ючит может быть полезен и в работе, и в быту. Он будет использоваться совершенно с различными, скажем так, функциями, иметь огромный инструментарий. Он подойдет и для того, чтобы совершать какие-то совместные цели внутри вашей семьи или в сообществе ваших друзей, а также для того, чтобы делать огромный бизнес, делать какие-то исследования, достигать каких-то глобальных и масштабных целей, развивать свои профессиональные навыки. И, друзья, совершенно вот советую, принципиально вам советую смотреть видео от разработчиков и почитать поподробнее про этот проект. Скачайте в документах white paper и ознакомьтесь со всей, собственно говоря, концепцией, которую хотят разработчики и создатели осуществить. Совершенно, ребята, неважно, чем вы занимаетесь. Может быть, вы художника рисуете, может быть, играете на гитаре, песни поете, разрабатываете игры или занимаетесь какими-нибудь исследованиями в области медицины. А может быть, вы там отслеживаете какие-нибудь спутники или звезды. Вам подойдет Ючит. Ну просто идеально, вообще вот без проблем. Сейчас я вам объясню, он объединит всех. Вот если у вас, например, бизнес свой, то вы можете найти и инвесторов, и разработчиков проекта, и каких-нибудь фрилансеров, разнообразных юридических консультантов, финансовых менеджеров, людей, которые вам сделают бизнес-план, что угодно, кого угодно. Для собственного сайта будет возможность интегрировать API, чтобы создавать дополнительные условия, которые позволят лучше скооперироваться вашим уникальным посетителям на сайте. То есть они тоже на вашей уже платформе с помощью Ючит смогут решать какие-то задачи и цели совместно. Все, что угодно вы сможете делать, создавать разнообразные чаты, текстовые, допустим, или голосовые, или даже видеоконференции, делать базы данных, расшаривать их определенным группам лиц, или всем, или, может быть, отдельные файлы только давать в доступ. В общем, создавать что угодно, интегрировать что угодно, делать какие-то дополнительные инструменты для совместной работы, проводить онлайн-вебинары, создавать всякие графики, календари, контролировать выполнение задач и постоянно находить себе единомышленников, которые буквально просто вот, ну, загорелись и озадачены тем же самым, что и вы. Плюс ко всему у вас будет база договоров, всяких контрактов, которые, естественно, смарт-контрактов. Ничего придумать вам не надо, никакой бумажной документации, никакой ерунды. Все оплаты благодаря криптовалютам и технологии блокчейн происходят моментально. Все это децентрализовано, прозрачно. Ну и все это, ребята, в рамках одной единой платформы. Это просто действительно уникальная какая-то экосистема для всех, от мала до велика. От одного человека с какой-то дурацкой идеей, глупой кажущейся, на первый взгляд, он там все равно найдет единомышленников. И они сделают какие-то сумасшедшие, интересные открытия, свершения, потому что вместе. Потому что суть человека и человечества в объединении и единении. И технология блокчейн для того-то и создана. Токен
ERC-20 будет запущен. Ну, я не уложу все в краткий обзор, к сожалению, ребята. One-click application, быстрое приложение, облачное хранение данных, аутентификация очень простая и надежная при всем этом, интеграция, платежные сервисы, защита и приватность. Все, все это будет на платформе. Друзья, реально, читайте, смотрите, ну никак, я очень хочу вам рассказать об этом много, но тогда я буду рассказывать вам целый час. White Paper вам в помощь, у них куча здесь всего, Telegram-группа есть официальная, есть даже на русском языке, Facebook, Twitter, ссылка у них на Crass Club. Crass — это Crass Infotech, это основатель этого проекта, который имеет свой лейбл и игровой магазин, и занимается публикацией игр, разработок для Xbox, для PC, для Linux, для чего только не занимаются. Вот, обязательно на Bitcoin Talk заходите, смотрите их антред. До 30 июня у них ICO, краудсейл длится. Друзья, крутейший проект, на мой взгляд. Просто крутейший проект. Про токен сейл я рассказывал в другом видео, ссылочку обязательно дам. Это был MC Pop, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.